1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Победа есть. Ну да, 3 очка. Самое главное, то, что мы набрали. И игра есть, но я думаю, если стремиться лучше играть, хороший соперник, организованная команда, хорошо, что выиграть. Лучше в каких компонентах? Во всех компонентах, в командной игре. Какая вообще сейчас в команде атмосфера? Тренер постоянно персонально кого-то ругает, что-то высказывает на пресс-конференции. Да, нормальная атмосфера, рабочая, у тренера всегда есть. А претензии к игрокам, он потому что хочет, чтобы мы лучшего от нас, чтобы мы играли хорошо. И я думаю, это обоснованные претензии. Если бы у него не было претензий, я думаю, он просто не было желания нас тренировать. Поэтому, когда он говорит нам какие-то нюансы, то мы слушаем его и прислушиваемся, и делаем, стараемся выполнять. А то, что практически очевидно, что Манчи не уходит, влияет как-то тоже на команду сейчас? А тут такие слухи. Я ничего не знаю. У нас в разделке нет таких слухов. Вы расстроились как-то? За повреждение восприняли, действительно, что есть? Ну да, легкое повреждение. Ну, незначительно. Из-за этого были расстроены или из-за того, что не смогли продолжить? Ну, или даже скорее всего. Ну, да, я думаю, скорее всего, то, что хорошая игра у нас была, и я думаю, хотел продолжить. К сожалению, здоровье не дало. Вы сильно расстроились, когда на прошлой неделе прочитали слова Манчини о вашей игре в «Зените»? Я не читаю прессу. У нас в разделах совсем другое настроение. И он может говорить на прессе, что хочет, а получается то, что когда он приходит в раздевалку, он говорит совсем другое и подбадривает нас, поэтому мы не обращаем внимания. А лично вас Манчини критиковал, может быть, в раздевалке? Да нет. Всю команду, он всем объясняет, он одинаково. Ну, спасибо за профессионализм, всегда смотрит после каждого матча. Это приятно. Антон, а вы действительно не имеете инсайдерской информации от Кокорина о том, что ваш тренер договорился с Федерацией футбола Италии? Конечно, нет. Он мой тренер.